признак элитной кухни – это столешницы из натурального камня. Камень считается наиболее долговечным и практичным материалом для кухонных поверхностей. Он устойчив к механическим повреждениям. Его при необходимости можно отшлифовать до первоначального состояния. Здравствуйте, меня зовут Асем Хасямказа. Вы смотрите программу «Made in KZ». Сегодня о том, как в столице производят столешницы из натуральных камней. Поехали! Первая каменная мебель появилась в эпоху неолита. В основном это были лежанки, которые размещали у огня. Их накрывали шкурами, чтобы придать мягкости. С развитием архитектуры камень продолжает играть важную роль как долговечный и прочный материал. Камень в декоративных целях начали использовать в Древнем Риме. Натуральный минерал прочен и устойчив к воздействиям окружающей среды, перепадам температур и влаги. Подробнее о технологии производства каменных столешниц в Астане. Первый шаг в изготовлении столешницы – это составление чертежа будущего изделия. Мастер составляет точнейший эскиз, учитывая возможные неровности и расположение мебельных блоков. Показывает образцы камня, советует наилучший вариант. Это важный этап, так как от точности замеров будет зависеть качество заказа. Полученные чертежи только уже в электронном варианте передаются на производство специалистам. Это уже склад сырья. Эти прямоугольные плиты, или как их по-другому называют слэбы, это и есть натуральные камни. Их в Астану привозят из Греции, Италии, Испании, Турции, Узбекистана, Бразилии. Также есть сырье, которое добывают на казахстанских карьерах. После проверки на качество сырье отправляют в основной цех. Первый этап технологической цепочки – распил. Аморфная глыба становится монолитной плитой заданного размера или формы. То есть из камней изготавливают заготовки. Это мастевая камнерезная пила. Она способна четко раскроить камень, однако только по прямым линиям. Это длительный процесс. Резку осуществляют с подачей воды. Она позволяет не перегреваться рабочему инструменту и предотвращает почернение на поверхности камня. После этого за дело берется пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ. Он режет камни на нестандартные формы, выполняя сразу фрезерование, гравировку, сверление и пиление во всех направлениях одновременно. Если же необходима работа с камнем на ювелирном уровне, то для этого используют станок WaterJet. Камень режет высокоскоростная струя, смешанная с песком. После распила на разных станках заготовки отправляются на обработку поверхности. Здесь мастера шлифуют изделия. В зависимости от назначения материала применяются различные технологии. Соответственно, на выходе получается материал разной степени гладкости. От грубой, неравномерной, рельефной поверхности до идеально гладкой. Столешницы готовы. Изделия упаковываются и отправляются к заказчику либо на склад готовой продукции. Сотни видов камня для воплощения любых дизайнерских идей. Основанное в 2003 году столичное предприятие зарекомендовало себя как надежного производителя изделий из натуральных камней. Компания предоставляет покупателям возможность выбрать готовые изделия из мрамора, гранита, оникса, травертина, либо заказать индивидуальный вариант. Сегодня ее клиентами являются крупнейшие в стране строители. Компании. Каменный стол – всегда уникальное и единичное изделие. На создание стола может потребоваться от 2 недель до 3 месяцев, в зависимости от сложности работы и наличия нужного камня. Красиво, роскошно и добротно. Вот так производят у нас в Казахстане.